Если где-то в Казахстане разгорается пламя русофобии и национализма, я постараюсь быть маленькой струей воды, которая будет охлаждать и без того горячие сердца русских, чтобы не затаили обиду они на нас, и не дай бог они начнут нас считать врагами. Вот, посмотрел одно видео, Диас, по-моему, зовут, где он говорит, нужно готовиться к войне, у нас будет куча оружия, мы там сможем отбиться. Диас, боже, как только ты возьмешь в руки оружие, по тебе прилетит 30 мин и одна высокоточная ракета, которая попадет тебе прямо в глаз. Ты погибнешь, собирая себя по частям. Сейчас войны идут так, что ты погибнешь, даже не увидев перед собой русского солдата. Поэтому отставить воинственную риторику. Победителей не будет, Диас. Поэтому всем мира и добра.